Приветствую, дорогие друзья, салам алейкум, приятного просмотра. В Лас-Вегасе, штат Невада, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas. В главном событии выступил Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Махачев разобрал Мойзеса и уже наступает на пятки обладателю пояса Оливейра. Первый раунд проходил в позиционной борьбе как в стойке, так и в клинчевой сетке. За минуту до конца Махачев провел тейкдаун и контролировал внизу до перерыва. Во втором раунде тейкдаун записал на счет уже бразилец. Махачев быстро вернулся на ноги, и Мойзес оказался у него за спиной. Ислам сбросил его вниз и сам расположился сзади на покрытии, пытаясь провести удушающий. В конце раунда Махачеву удалось выйти в фулл-маунт и практически выдернуть руку соперника на рычаг, но прозвучал гонг. Не успел бы задушить соперника Махачев, конечно, во втором раунде. Махачев безраздельно владеет территорией, преследуя бразильца у сетки. Какое-то время Тиаго контролирует Ислама в клинче у сетки, но в итоге россиянин проводит тейкдаун. Или дагестанец проводит тейкдаун, или россиянин, как хотите. Попытался выйти в фулл-маунт, но безуспешно. Мойзес захватил его ногу, пытаясь провести скрутку пятки. Раунд окончен. На старте третьей пятиминутки Ислам показал несколько неплохих эпизодов стойки, но в итоге все равно все завершилось в работе в партере. Махач снова смотрелся гораздо лучше. На последней минуте за кадром громко кричал Хабиб, который рекомендовал Махачеву следить за его ногой. И действительно, вскоре Тиаго попытался провести болевой, но Ислам все контролировал. Уже в первой минуте четвертого раунда Махачев поднял соперника над собой, бросил вниз и постепенно вновь вышел за спину. И на этот раз с третьей или со второй попытки получается у Ислама Махачева удушающий. Мойзес сдается, стучит, кричит: «Отпусти меня, не души, братуха». В общем, Ислам Махачев победил Мойзеса, и у него это получается 8-я победа подряд для Ислама, который до боя занимал 9-е место в рейтинге легковесов UFC. И скорее всего уже поднимется на пару ступенечек выше к поясу. Ислам Махачев после боя сказал: «Вы можете вега дать меня, но вы не спрячетесь, я иду, я здесь», — сказал Ислам. В общем, желаем Исламу Махачеву только побед, и чтобы дошел до пояса, и чтобы желания покойного Дулманапа сбылись, и чтобы Ислам Махачев стал чемпионом, занял место Хабиба, в общем говоря. Всем, кто болел за Ислама Махачева, поздравляю. Всем, кто не болел, тоже поздравляю. Или сожалею. Всем, кто посмотрел данное видео, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, там что-нибудь делайте, чтобы мой канал продвигался или не продвигался. Ну, в общем, всем удачи.